Всем привет! В этом обзоре представляем новый модуль для Raspberry Pi RGB Matrix Head. Модуль выполнен в формате Head и устанавливается на 40-пиновую колодку Raspberry. Он делает возможным удобное подключение светодиодных RGB панелей к Raspberry Pi. На модуле установлены преобразователи уровней для 5-вольтовых выводов матриц, коннектор для шлейфа и джампера для переключения размеров матриц. Также колодка Head сделана таким образом, что она не мешает использованию незанятых выводов общего назначения и установки других Head'ов. Попробуем Head в деле. Подключим светодиодную панель к Raspberry Pi. На панели есть два одинаковых разъема, помеченных стрелками, и разъем питания. Там, где стрелки смотрят внутрь, это вход панели, а там, где наружу, выход. Подключим шлейф ко входу матрицы, а другой его конец к Head'у. При помощи библиотеки RPI RGB LED Matrix выведем бегущую строку. Стоит заметить, что панели необходимо внешнее питание 5 вольт, способное дать необходимый ток. Панели сделаны таким образом, что их можно подключать последовательно, одну в другую. Все, что нужно сделать, подключить шлейфом вход еще одной матрицы к выходу уже подключенной, передав библиотеке необходимые параметры. Бегущая строка будет использовать уже два дисплея. Количество подключаемых панелей ограничено лишь памятью устройства, которое будет выводить на них изображение, и максимальным током, который способен дать блок питания. Но на этом возможности не ограничиваются. При использовании Raspberry Pi возможно подключение матриц размерами 128 на 64 и объединение их в один большой экран. Для подключения таких матриц используется дополнительная линия адресации, и специально для этого на Head'е установлены джамперы. Рядом с джамперами нарисована памятка о том, в каком положении они должны быть для разных матриц. Переключим джампер в положение для матрицы 128 на 64 и подключим их. Выведем на матрицу игру «Жизнь» британского математика Джона Кевина. Красота! Все ссылки на материалы для работы с матрицами мы, как всегда, оставим в описании под видео. Ну а на этом у нас все. Желаем всем удачи и креативных проектов. Следите за обновлением на канале, для чего жмите лайк и не забудьте подписаться. Свежие новости о новинках, проектах, многом другом вы всегда найдете на нашем сайте или в нашем телеграм-канале, ссылку на который мы, как всегда, оставим в описании под видео. Всем пока!